Так, а мы продолжаем, да? А мы, да, такие спускаемся в канализацию, такие двое-два. Оба. Спустя неделю мы снова зашли в игру. Сдвинулись на миллиметр и продолжили в канализации. Нет, не похоже это на канализацию. Да-да-да, я тоже заметил. Но игра нас убеждает. А, и все, я вспомнил. Это как, помнишь, мы в первый раз, когда сюда пришли, как раз через этот же вход? Нас до сюда проводили, по-моему. Да, да. Нет, нас проводили намного меньше. Люк, да? Люк. Да, да, да. Я твой отец. Скайуокер! Люк. Так, а нам куда? Сюда или сюда? По-моему, нам туда вот. Ну, я так думаю. Мне хотелось бы в это верить. Так. Куда нам дальше? В дырку? Ахри. Ахри, мама, неть. Чпоньк. Промазал. Нам на самый верх, да? Угу. Окей. Какой здесь смешной звук, кстати. Я весь в каком-то говне, ну, как бы неудивительно, наверное. Мы, кстати, вернулись, и вот тут какая-то... Это паутина на лице. Слушай, тут здоровяк он ходит. О, ты теперь в этой территории тоже обитаешь, что ли? Нифига себе. Ну да. Сейчас он машину... Хрен там, нам не туда. О, я выхожу, из меня летит машина. А я эпично увернулся. Я тоже. Там плевак. Леваку я беру на себя. Ладно, этого я убиваю тогда. Где там здоровый? Готов. Я, главное, сижу, думаю, что-то у меня 24 уровень и больше не прибавляется. Леваку убей, красавчик. Пошел вон отсюда. А вот, и больше не прибавляется. Только сейчас понял то, что... High level. Да. Так, где здесь можно... О, здоровяк. Нету. Нету здоровяка. Нету здоровяка. Левака. Не успел плюнуть. О, попрыгушки. Здесь статуэтка. Сейчас я попрыгушки устрою. Оп, оп. Оп. Обманул, да, обманул. Где статуэтка? В домике, в домике. А, увидел. Блин, хочу как в Payday вырезать тут сетку. А чё я туда не пролетел? А, походу нам туда нельзя. Нам нельзя, нельзя, Дэс, даже кошка туда не прыгает. И вправду. А куда нам тогда надо? Ты чё тут делаешь? Ты попутала, что ли? Умри. Умри. Мадам, вы что-то напутали. Так, ну тогда вопрос. Зато собственно. Их можно поубивать. Вау! Нифига, ты откуда тут взялась? Собственно, вопрос тогда непонятный. Нам куда в таком случае? Это туда дальше бежать. Мы-то ведь просто с тобой выбежали, посмотрели. Не, а там тупик. Да быть не может. Ну я поглядел, там тупик был. Да ну не. Ну, может оттуда пришли, откуда там может быть тупик? А, ну да. Откуда там может быть тупик, действительно. What the fuck? Зато я нашел. Я нашел, помнишь? Да, и далеко ты уйдешь. Нашел он. Не-не-не. Вспоминая посылки. Какие посылки? По идее, что? Я нашел. Где? А, ну понятно, да, что-то нашел. Так, ну мы как обычно ищем. Может поставить? А, во! Я нашел! Не, нифига. Фига. Там дырка, там дырка. Сейчас будет, сейчас сделаю. А-а-а. Деска, как всегда, умный. На старт. Внимание. Блин, Просто эпик фейл. Подстава. На старт, внимание, подстава. Вау! Фу, сопли. Опять высокран дерме.
Так, ясно. Мне какое-то достижение, кстати, по-моему, дали. Ну, короче, ты понял, что мы сейчас вышли туда, где были они. То есть, ну, вот нас дотуда проводили. В их базу. Нас дотуда проводили, Б, нажми. Нет. Знаешь, выглядело, как будто ты держал фонарик, как меч. Джедайский? Японский. Самурайский. Кухонный. Оу! Я ж поджарился малость. Старый, добрый, старый город. Нет, старый город был там, это трущобы. А, ну это все. А, так, вот у меня в комментарии тут буквально... Ох, я и забыл, что мы по столбам будем лазать. Чего у тебя в календарике? В комментариях просили отправиться вот сюда вот. Давай отправимся. Ну, давай. Нам все равно примерно в ту сторону. Ай! Туда вроде бы. А, не сюда, вот сюда. Вот, вроде бы. Что-то подфризывает. Почему метка не поставилась? А, вот все. Ну что, идешь? Я уже... Уже ушел. Уже ушел. Я вижу, как ты ушел. Ты меня кинул. Я жду тебя, как бы. В отличие от тебя. Жду тебя, как бы, в отличие от тебя. Еп. Да. Ну, чувак такой. Блин, что какие-то подфризы странные. Так, ну в башню, я думаю, мы заглянем еще. Так, тут у нас ничего нету. Никаких просто как-то Крайусу я пока не горю желанием бежать. Не, конечно, хочу ему отомстить за Джейд, хотя уже как-то много времени прошло, уже не так сильно хочу отомстить. Ты посмотри пару серий назад. А возобнови, да? Да. Что мне? Под фризы очень нехорошие вообще. Ну, ты комп перезагрузил. Перезагрузил бы комп, говорю. Так я вот только после перезагрузки вроде как. Вроде как не считается. Может, у меня что запущено? Торрент! Не. Этого точно у меня нету. Куда ты бежишь? Фига, он через грузовик прошел. Куда бежишь? Вот тот, которого ты сейчас убил, он через грузовик пробежал. Ах, он читер поганый. С такими читерами только так и поступать. Дробью так. В лицо. А, где-то здесь мы что-то с тобой открывали. Да. Память хорош у меня бегать. Работает. Ха! Память у меня работает. Оп, ну давай, иди сюда. Сколько там аптечек нам интересно дадут? Одну аптечку, серьезно? Нет, правда? Пошла ты. Минус. Кто там еще? О, успел зацепиться. По-тихому вспоминаешь, как там играть уже, да? Ну да. А то я отвык лично малость. Чё они стреляют? Патроны. А, патроны. Точняк. С базиди выживживаю. Ну все, готово. Ну и. О, нифига себе! Слышь, Дес, я что-то, короче, нажал случайно, и теперь у меня прицел от. Как будто, ну, я сбоку держу. Не от мушки, а с бокового вида. Че я нажал, интересно? Не знаю. Деньги заберу у него. Сейчас, подожди. А то он. Я чувака спас, он мне говорит, спасибо, только зря время потратил. Ну ладно, в следующий раз не буду спасать, чё. Типа он умереть хотел? Ну не знаю. Может, ему просто пофиг. Я что-то нажал, и теперь у меня вонючий прицел какой-то непонятный. А, во, это лаг был. Окей, лаг, я в общем тебя жду, потому что я почти добежал. Сейчас убью какого-нибудь зомби. Ой, я ему руку отрубил. Черт, какая жалость.
Ой, его даже вырвало из-за этого. Он увидел собственную кровь и его стошнило. Да, и это зомби. Воу. Воу! Куда он делся? Растворился в ночи. Чё здесь? Не, не здесь, дальше. Я говорю, я почти дошел. Чё? Ты не убил её? Пойди, что здесь происходит? Хрен пойми, что тут происходит. О, голова. Так, я, честно говоря, не знаю. Нас попросили вот сходить на берег. Сейчас мы сходим на берег. Ну, так, но уже на берегу. Мы же здесь были. Нет, здесь мы были. Мы вот типа наверху не были. Там мост. Выше только мост. Ну, как тебе сказать? Там скала, например. И туда нельзя. А нет, можно. А, нет! Что? Оу! Сюда! Да, блин. Где, как? Вниз, под воду. А. Ух ты, ух ты, ух ты. Ты разговариваешь под водой. Ты научился, что скилл себе прокачал. Да. Брлум. О, у меня отняли управление, кстати. Я не могу ничего делать. Ну, в смысле, у меня нету оружия. А. Приколюха. Это какая-то секрет. А, нет, она не может быть секретной. Это сейф-зона. Сейф-зона без сейва? Ну и чё здесь? Какие-то мишеньки. А ну-ка давай сплаваем. В смысле, какие-то мишеньки? А, это сети с буйками. Сети, лол. Ну, на карте отображалось чуть ниже. Давай туда сплаваем. Куда туда-то? Вперед по карте. Еще такой рыс лохнесское чудовище. Выход из безопасной зоны, видишь? А у меня нет такого. Ну, как бы безопасной зоны там нет, но... Она не отображается, точнее, но это самое. Так, ну, под водой ничего нету. Ну, кроме водорослей, конечно же. Ну да. Хотя нет, стоп, вот там какая-то... Что-то там... Блин, не видно нифига. Это да. Воды. Ну, в воде зато видно. Ну да, и то недалеко. Так, это камни. Это просто камни. Вот здесь вот есть. Мы приплыли на какой-то островок. В общем, я не здесь знаю. Были. Кстати, там есть ошибочка. Все сейф-зоны надо найти. Может, там у него в виду все-таки вверх, а не сюда. А чё там? Не знаю. Ну, чувак сказал, что типа я вам рассказывать не буду, но вы вот туда приплывете. У нас с тобой одна сейф-зона осталась, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот здесь, если только. И да, я знаю даже, где она. Она у нас одна неполученная, по идее. Она вверху в самом. Да, вот как раз тут, помнишь, где нас там накололи, и мы потом туда не возвращались. Ты куда вообще плывешь? Назад. А, наверх? Да, я думаю, попробовать наверх забраться. Дерево. Да-да-да. Давай с тобой это самое. Ты встанешь, меня будешь на руках так держать. Смешно, да. О, шутка. Не, тут как-то не катит забираться так. О, цветочки, цветочки. Не, чувак, у меня не получается забраться туда. Ты же не могешь, да? О, там, кстати, пушку дают. В смысле? Ну там в определенный момент я типа из сейф-зоны вышел, мне пушку дали. А может есть смысл кошкой тогда вас... А может вот тут вот? Тоже вариант. Нет, тут какая-то сейф-зона, надо как-то ее обойти. А может с моста? Попробуем. Как думаешь? Или тут сейчас скала закончится? Ну да. А, нет. Вон, смотри, куда идет. Это все, кстати, сейф-зона. Я понял уже. Деревушка.
Это хреновая деревушка, из которой мы выбраться никак не могли. Так, давай тогда... Давай тогда отсюда попробуем. Друзья мои. А ну как уж отсюда? Я думаю, что мне отсюда удастся... Забраться туда. Обезьяна с рождения. Так, ну смотри, я, собственно, забрался. Чух, изи. Я, собственно, забрался сюда. Это все мой умный ум. Так. Ну, дерево одинокое мы видим. Только вот... Что это? А! Тут были потрохушки. Не, вот она. Прыгнула и убилась об скалы. Как ты прям. Да, вот только я выжил. Да, конечно. Я б не прибежал, ты б не выжил. Не, я сейчас выжил. А тогда нет. Ну, сейчас-то выжил. Нашел тоже мель. Не, ну ты по... Чё ты будешь ко мне сюда на руки вставать? Мы так... И как я тебе это делаю? И чё? Чё за прикол? И чё здесь? Ну, типа, она прыгнула там. Ну и чё? Ну, ради так... этого мы тут бегали? Да, как оказалось. Не, ну, я же не знаю, просто люди говорили. Типа, сгоняйте, посмотрите, что там было. Чё? Ну вот, нашли такой, да, маленький секретик. Так, мой персонаж устает больно, больно сильно быстро. Кстати, у меня еще зарубки на этом есть. На пальцах. Не смешно. Поставьте ему на его канале дизлайк за этот смех. Так хорошо, когда накуренный ты. Так, ладно. Хорош пропаганду устраивать. Так я же не говорил, что, ну... Ну да, вот. Люди у нас глупые, конечно, да. Я, может быть, это самое. Табаком обычным обкурился. Да хорош уже эту тему развивать. Так че он не прыгает? Она от меня телепортнулась. Пойдем в зону-то, нет? Захватывать. Да, захватим еще. Из трех выстрелов я ни разу не смог попасть ему в голову. Ну ты! Ты сам знаешь, кто ты. Ты куда вообще пошел? А, в наш сейф-хаус отдать посылку. Баджиугу. Заодно продаться и, возможно, купить какую-нибудь интересную штуку. Продаться. На подиум. Ой, ты такой смешной. Ужас прям. Так. И сколько стоят твои услуги? Ну ты молодец, конечно. Пенни по карману. Там два входа. Я потоку пробежал. Так, полицейская винтовка, великолепный полуторный меч, топорик дракон. Борьба за мир. Смертельная бейсбольная бита, 1000 урона. Вау. Она двуручная, мне может ее взять? А, она вообще-то хрупкая. Типа того. Так, магазин. О, тут можно задание задать какое-то. Награда, чертеж, электропила. Где? Вон тут у него. Что за электропила? У меня что-то ничего сдать нельзя. Да ты уже, наверное, брал. Я, может, его профукал опять. Так, что можно продать? Так, военная мачете. Ладно, я побежал дальше. Пойду как раз нашу зону захвачу. Да, мне на синюю меточку. Жалко, что ты никак ко мне телепортироваться не сможешь. Ну, смогу, если ты спать захочешь.
смогу. Кстати, да. Так, тупик оказался. Хотя это странно, что персонажи телепортируются только когда они хотят спать. Нет, ну когда ты, то есть, что-то пытаешься... То есть, когда один мужик хочет спать, второй к нему телепортируется. Это нормально, так всегда. Не знал я, что у вас такие всегдашние предпочтения. Это мужское собраться. Давай, нажимай Б. Я лечу к тебе. Нажимай Б. Кровать. Hey, my old challenge, amigo. Have I got something fun for you? What now? Competitive decapitations? No. Although it's not a bad idea. But no, no. Instead of cutting off hands, I'm breaking legs. Oh, я уже знаю, что делать. You can hear the bones crunch up real good if you do it just right. Christ on a crutch, one of us is gonna need some serious therapy. Интересно, нам потом покажут этот фильм? Это не фильм. Crunching zombie bones in my dreams. А чё? Этот собирает еду. Он же фильм вроде снимает, нет? Не-не-не, это другой. Чё, под катами? Типа того. А, нет, битой надо бить. По ногам? Бум. Один. Мы с тобой герои. Так, я правильно понял, вот действительно делается подкатами. Подкат и удар. Блин, давай, чувак, нам надо как-то это делать. Меня сейчас убьют. Я бежал в другую сторону. Но, блин, успею, не успею, успею, не успею, успею, не успею. Давай. Готово. Thanks for the cash. I hope I never see you again. Да, я тоже. I hope I never see you again. And again. Я больше никогда не увижу. And again, and again, and again. Убийство оглушенного. Наверное, убийство оглушенных врагов. Нажмите Е, стоя перед оглушенным врагом, чтобы убить его. О, круто. Нормальная штука, нормально. Жестокий захват. Если просто повалить врага захватом, то его легко добить. Ну так это всегда было. Всегда можно было добивать. Ты че, убежал, да? Да. Чуть-чуть побегать захотел. Ты до зоны, да? Я сейчас просто пытаюсь понять, как туда пройти. А, ну кажется, я понял, как туда пройти. Там под мостом надо пройтись. По ходу дела. А, я понял, почему меня лагает. Так. Потому что у меня комп перегружен уже. Ну, у меня памяти слишком много. Много или мало? Много заполнено. А тебе на серию-то хватит? Ну, да, да. У меня просто один диск полностью под завязку забит, а второй пустой. И из-за него подлагивает. Видимо. Ясненько. О, нифига, автобус классный. Вот чё вот ты тачку использовал, да, а не перезарядил? Ой, я чё, дурак, что ли, ещё перезаряжать, время тратить? Да. У меня на это ты есть. А! Вот она этого точно не ожидала. Я прям грудину вспорол. По камушкам прыгай, по камушкам. Ветер вокруг меня так и пляшет. Опа, джигурда. Короче, я вроде как тут людей спас. Это опять фигней страдал. 5000 опыта. Я так-то бегу. Я
Я уже на мост забежал. Уже по кругу бегу. По кругу бежишь? Ну, тут же круговой мост, типа. Как и всегда. Типа круговой мост. Блин. Ладно. Просто так сделаем. Так, что здесь надо? Перебить всех зомби? Ну, это несложно. Они валяются, правда? Ой-ой. Так это ж еще легче. Ну да, только они... Ну, хоть мне одного оставь. Ну, извини. Так, а что там надо в итоге сделать? А, электричество включить. Ну вот, что это теперь такое? Тут безопасно. Это... Держите, чтобы зайти его внутрь. Я зашел. Хоть прочитал, во что ты зашел. Ну там не написано, в том-то и дело. Антенна. Я, походу, телепортанулся. А, ты сюда попал, ё-моё. Прикольно, прикольно. А, и, кстати, понятно, почему у нас сюда не перенесло, потому что это опасная зона. А нас, ну, короче, ты понял. О чем я? Помнишь, мы же вот тут закончили в прошлую серию? Да. А так мы ее не зачистили. Нас перенесло. Хрен знает куда. О, дождик, 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 дождик. Ха, я убежал раньше. Ну, я подождал. Можешь потом на записи даже посмотреть, как я прицелился в тот момент, когда ты мимо нее пробегал и выстрелил уже далеко после. Конечно, конечно, рассказывай. Я тебе все равно не верю. Кстати, я до сих пор еще не умер. Я тоже. Ну, дождик это, кстати, красиво здесь. Давай, кто умрет, тот петух. Дождик это красиво. А детские игры это неинтересно. Как в Payday, помнишь? Ну ты, кстати, первый там спалился. Да иди ты! Я сказал, кто зафейлится. Ну так ты зафейлился, я же сказал, проходим без трупов. У меня? Не, нифига. Фига. О, нифига себе трава. Классно, классно. Так, а нам, кстати, здесь сдать что-то можно. Получается, что... I need your help finding my son, Christoph. You work for Rice, don't you? Sure, for protection. But I can't go to him for a thing like this. My son is... he's young. He thinks with his mouth instead of his head. He doesn't understand that sometimes you've got to go along with people who aren't so good. Now he's run off to join Brecken's bunch at the tower. He thinks he's going to be a runner. It's not the safest line of work. He's going to get himself killed. He's not ready. He's too young to be out there. Shouldn't you be looking for him yourself? You don't understand. I make weapons for Rice. If the new ones aren't ready when his people come, me and Christoph are both dead. Please, do this for me. I'll give you something good. Something special. Okay? Yeah, maybe I'll ask around at the tower. If I find something, I'll let you know. But if you ask me, your protection seems to have you pretty scared. You should really think about it. Заметь, он обещал нам дать что-то хорошее, но как-то мне в это. Тут говорит, можно что-то сдать, что-то сдать, что сдал? Сдал, да, трубу подобрал газовую, понял, да? Ладно, пойдем за Райсом. Сейчас. Как раз нам туда все равно. Я наверх лезу. Ну или вниз. Залез. Хорошо, залез. Залез. Че тебе не понравилось, как я залез? Мне понравилось. Блин, а кстати, туда хрен попадешь так. Почему? Ну, в смысле... Лестница же есть. Ага, хрен там, она закрыта. Нет, ну выше-то ведь есть лестница, значит можно. Логично. Ну, с одной стороны, да. А с другой нет. Давай, выбирайся. Эйц. Эйц. Эйц.
Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Ау, как далеко еще. Ты как-то... А, блин, вот. Сам мне про лестницу минуту назад тирал, блин. Нет, я не мог до лестницы добраться. Воу! Я сейчас чуть не стал последним паркуристом на планете. Героем. Да. Последний герой. Ну, собственно, а зачем мы все это гениальное делали? Ну, просто чтобы тупо скатиться. Так же прикольнее. Ля-л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 я. Ты скатился? Я скатился, да. С катушек. Я так скатился, что тебе даже не скотинилось так. Он не схватился. Тварь, откуда? Ага, а я тебя бежал спасать. Ну ладно. Я хочу еще раз. Он почему-то не схватился. Я прыгнул, а он... А он, короче, мимо троса прямо сквозь. Какой петух вообще. Я чую, Крестобелла рада будет. Вообще вниз упал. Так я спрыгнул. Ой, лол. А чё, куда? Не вниз, что ли? Нам далеко вперед, очень далеко вперед. Я быстрее добегу. Да. Конечно, конечно. Верю, верю, верю. Блин, такое ощущение, что как будто там привязан человек к автобусу. Спасешь? Кого? Ну, рядом с тобой, чувак. Нет, ты что, далеко, наверное, не рядом со мной. Сзади тебя вообще-то. Случайная встреча. А, там бабло. Ну, ты как бы спаси. Нам зачтется опытом. Тут магазин. Тут... Магазин? Да. Может, мне тоже туда пойти? О, что-то у меня фризнуло. Ты обратно, что ли, бежишь? Да. Так что не уходи от этого. Turn down for what? Гребаного магазина далеко. Там просто есть вероятность, что там будет мега крутое какое-нибудь оружие. Ну-ну. А нет, было же в прошлые разы, когда я с магазинами с этими связывался. Блин, лоу. Во, тут есть топорик радуга. Радуга? Радуга, да. Really? Да. Я купил его себе. Anything you need, I got it right here. Смотри. Нет, просто посмотри на это. О, дракон. О, смертельный пожарный топор. 1100 урона. Типа того. Типа того. А у тебя сколько? Того, того. Так он, наверное, одноручный. Молот богов, топорик радуга. Как понять, он одноручный или... Кто? Или двуручный? Не знаю, ну, друже. Топор, например. Так, инвентарь. Топорик радуга. Ладно, я куплю. 1100 урона, 22 тысячи. Так, это... И беттер. Эй, я же нажал, нет. Что за фигня? Беттер... Наемник. А, нет, смотри-ка, он двуручный. И крестоносец. Хорош, 1100 урона. У меня 1300 плюс поджигает, плюс электричество бьет. Сейчас я тоже что-нибудь поставлю. Так, я ему башку... Птицы высокого полета заработал достижение. Ох, какие электроразряды прям. Ооо. Прям
Прям в толпу такой. На! 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 Красиво. На! Что за звуки? Ты про что? У меня такие звуки. Шум. Шум. Пошли. Ща. 1100 урона плюс 400. 1131 плюс 452. И это, короче, без еще, ну, без мода. Ну, без этого, фу, блин. Так, ну ты понял, короче, да? О, нам что-то в ангаре надо делать. Блин, я их не установил. Слышь, что? Угу. Нам тут что-то в ангаре надо делать. Сейчас. Я тут пока зачищаю зону. Сколько это может сгодиться за зачистку? Еще и молот богов можно на него наложить. Да-да. Тебе 1100 урона даст. Окей, окей. Ну у тебя тяж. А я легким пользуюсь. Зато прикинь, как я долбану. Ну ты один раз. АОЕ дэмэдж. А я три раза за это время успею. Там бегаешь, да? Хочется. Так. Что-то мы здесь не сделали. Как ты тварь выжила ей? Эй. Вау! Простите, извините, это моя проблема была. Что делать-то тут надо? Ну, мне показывалось вагоны вскрывать. Вот, если наверх забраться, ну, то есть вскрывать и осматривать вагоны. Но, походу, здесь что-то не доделали. У нас какое-то здесь задание, видать, было. А, вот. Цинковая пудра. Помнишь, мы искали что-то? Угу. Видать, мы не донашли. Ты нашел все уже, да? Одну нашел. Я еще нашел. Тоже цинковую? Ага. Это, походу, какое-то чье-то задание, просто второстепенку взяли. Ну, доделать уж что надо. Все равно здесь стоим. Можно его, кстати, сделать активным. Ну, найдешь, сделай. Воду-ду-дум. Так, отвали. Так, а почему это нельзя открыть? Или все? А кстати, все. Больше не отмечается у меня лично. О, иди сюда, здесь. А, нет. Какая-то хрень. О-о-о-о-о-о-о. Игра, ты чё фризить начала? О, вроде отпустила. Ну чё, на выход тогда? А? На выход, говорю, тогда. Ну, давай. Хотя нет, вот там вот с краю что-то показывается. Вот к этой стенке подойди, вот здесь вот там что-то у тебя есть. Что там можно найти? Ну там показывается, что что-то внутри вот тут вот есть в этом вагоне. Ну попробуй достать. Я попробую туда пройти. А, видимо, это снаружи как-то. Оу! А как туда попасть-то? Так. Ну, явно не отсюда. Походу отсюда, но... Друже. Ау. Мне нужна твоя помощь. Сейчас я тут еще вагончики открываю. Да нам вроде как вагончики-то уже и не нужны. Думаешь? Нам вот сюда попасть. Ой, я, кстати, часы, по-моему, нашел. Да, я часы нашел. У меня, видишь, помещается вот этот склад белой зоной вот там впереди чуть-чуть. Вот тут вот. Вот эта дверь единственная, которая, ну...
Надо туда как-то пробраться. Ну видишь, paint black. Что-то там. Через верх я, кстати, по-моему, пробовал. У меня лично не получилось. Может, у тебя получится. Сейчас я даже туда забраться почему-то не могу. Нет, ну там же ходят зомби, да? Значит, логически размышляя, туда можно пройти. А вот и вход. Но... А нет, подожди. Это не вход, нет. Может, здесь где-нибудь? Расходимся, нас обманули. Нашел? Нет. У меня такое... Мне показалось, он с бензопилой стоит. Блин, и как туда попадать? Вот отчетливо видно, что, ну, если на крышу забраться, отчетливо показывается, что туда можно попасть. И что там туда надо. Ну, сейчас. Может, где-то с крыши там проход есть? Да не. Да-да! Вот да он, не, блин. Бред. Вот он. Вроде бы. А, ну молодец, да, я туда спрыгивал, как бы, это не он. Ага, он. Двери, что ли, там открыть надо? Понятно. А я их даже и не заметил. Я думал, он там заперто. Прибей за меня, зомби. Спасибо. Канистру забрал. Этих придурков забил. Ну, собственно, здесь... Что-то тоже есть. Ну, все, наверное. Вообще фигня. Ну да. Так. Просто, ребятки, на самом деле не всегда понятно, как тут, где, куда забираться и так далее. Ну да. Вроде смотришь, вроде... Ага, там. Такой посмотрел. Нет, не там. Потом оказалось, что там, но ты не досмотрел. Дэс. Что? Я сквозь текстуры, короче, на крышу пролетел. Лол. Я из этой дыры выпрыгнул, кошка, и она меня на крышу закинула. Окей. Ладно, нам дальше, собственно. О, смотри, такая тень. А моей тени нету. Где моя тень? Я у тебя ее стырил. А я бегу, 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 бегу. Где моя реальная тень? А я бегу и падаю, падаю, падаю. Бегу, рублю и падаю, падаю, падаю. Господи, что ты орешь-то? Что ты ноешь, господи? Я тоже так умею. Они ходят туда-сюда. Скоро ночь. Through the night. Да. О, тут статуэтка. Пофиг. А? О, тут тоже. Ты сказал пофигу или мне послышалось? Да, но я статуэтку тоже нашел. Где там у тебя статуэтка? Она на остановке найдешь. А где у тебя там статуэтка? Она где-то в безопасной зоне найдешь. Окей. Внутри, да? Только на какой остановке, хрен тебя пойми. Ну там, она на это, на скамье, на столике там где-то стоит. Там мишка лежит. Какой мишка? Статуэтка. О, мишка. Сам ты мишка. Нашел? Посмотришь, там мишка. И нашел, какая-то нет? Хрень. Сам потом посмотришь. Ладно, у тебя посмотрю. Ты чё, куда вообще побежал? Я правильно побежал. Ты нашел мою статуэтку? Да. Я думаю, что ее не так уж сложно было найти.
Хэдшот! Какого хрена ты меня никогда не прыгаешь, падла? Ладно, я забрался через эту. Но я не буду уточнять больно, как я это сделал. Что ты сделал? Снубился. Нам, так, по идее... Ну, я пробежал. Ну все, я тебя жду. Достаем крупнокалиберки. А у меня, кстати, нету, по-моему, патронов. Я могу поделиться, хочешь? Ну зато у меня есть вот это. Все, я не вижу, что у тебя есть. Ну, вы переходите в заключительную часть игры, эта часть проходит в одиночном режиме, вы не можете вернуться в другие локации, вы сможете вернуться к исследованию Харана после завершения игры и загрузить последнее сохранение. Та-да-да-да! Сколько серия? Запись, 40 минут, время. Все, да, Escape мы, я думаю, завершаем, ну и потом уже сами по себе, наверное, запишем или... Не знаю. Все. Ладно. Всем удачи. Всем пока. Это будет последняя серия сюжетная. Давай. Сейчас, я так понимаю. И...